Читаем добротолюбие. Кто не уязвил языка своего злоречием, тот соблюл сердце свое и совесть свою неоскверненными. Кто не уловлен духом злоречия, тот истинно познал, что сам он человек плотяный, и соблюл себя незлопамятным. Кто не в сообществе с зловещивыми, тот водворится с ангелами. Кто не отравил ушей и языка злоречием, тот исполнен врачеством любви. Кто не оскверняет уст своих злоречием, у того уста благоухают плодами Святаго Духа. Преподобный Ефрем Сирин.